Слушай. А чего тебе? Ты слышал про 66-ю волну? Вот, говорят, самое страшное. Ну да, слышал. Ты это... Будь осторожен. Конечно. Итак, петушки, сейчас я расскажу вам очень важную новость. Сегодня у нас решающий день, наступает 66-я волна. Прошлая волна была очень сильной, и мы потеряли много курей. Но эта волна будет еще ужаснее. Итак, давайте подготовим план. Мы должны для начала сделать то, что... Срочно! Зомби! Они прорвались! Они прошли за первую ограду! Мы еле отбиваемся! Так, срочно! Зомби прорвались внутрь! Принимаем срочные меры! Так, вы, левая часть, идите на оборону. Так точно! Так точно! Так точно! Так вы, правая часть, идите на атаку. Так точно, генерал. Так точно, генерал. О, оставшиеся на вышке. Мы просто обязаны пережить эту волну. Позвоните группе Б. Да. Тут зомби, их очень много. Срочно, доложите, как там отряд на севере, там больше всего зомбированных. Весь отряд на севере мертвы. Как? Прям все 60 выживших? Да, прям все. А отряд на юге? Нам не выжить, срочно звоните группе Б. Мы звоним им. Докладываю обстановку, никаких вертолетов нет. Хорошо. Вот, держите трубку. Алло,
Да, это группа Б, как слышно? Алло, Зинаида, доложите обстановку. Мы пролетаем над чашей леса. Их тут 500. У нас очень плохие дела, летите к нам. Они тут за нашим вертолетом. Мы вынуждены сделать остановку. Хорошо, жду. Хорошо, до связи. Так, вон там высади на поляне, да, хорошее место, давай. Так, все, отлично, давай, улетай. А ну иди сюда, скотобаза нерусская, на, получай, на. Ишь, какой прыткий, на, получай, хо-хо-хо-хо. Ой, ядрен бульон, сколько вас тут, на! Где они? Ну, там никого не видать, никого нет. Эх, вот бы они побыстрее прилетели. Ох, скотина, и тебе тоже на, по лещам. Вон они летят, я их вижу, вон они летят. Фух, вот вы, что нам делать? Ну, здравствуйте, генерал. Я вынуждена сообщить, что придется звать его. Неужели его? Только не его. Да, только он нам поможет. Хорошо. Получайте, зомбаки. А что это? А, мне позвонили, ну ладно. Алло, кто это? А, это вы решили все-таки меня позвать. Ну вы ведь знаете мои условия. Так, да-да. Хорошо, скоро я буду. Ждите. Сначала надо покормить моих питомцев. Сейчас нажму здесь кое-что. Yeah.